Нижегородский государственный университет – один из старейших и при этом инновационных вузов России. В его составе 18 факультетов и институтов, 4 крупных научно-исследовательских института, а также суперкомпьютерные и нанотехнологические центры. Также на территории вуза создан биомедицинский кластер, инновационно-технологический центр с бизнес-инкубатором и тифлоинформационный центр. Кроме того, для студентов всегда открыта фундаментальная библиотека, комплекс музеев, издательства и даже собственная типография. В ННГУ учатся около 30 тысяч студентов из 97 стран мира. ВУЗ много лет поддерживает не только студенческий обмен, но и приглашает читать лекции ведущих мировых профессоров. Например, Нобелевский лауреат в области медицины и физиологии 2008 года Харальд Цурхаузен, почетный доктор ННГУ. Студенческая жизнь здесь не ограничивается только учебой. В университете студентов ждет насыщенная спортивная жизнь и множество творческих мастерских. Я получила хорошее образование, я уверена, что мой будущий будет хороший. Спасибо за мой любимый университет. My classmates, we made it, guys! We made it!